С победой, с дублем. Быстрый гол сегодня сильно нам помог. Спасибо. Ну, вообще, конечно, хотели с ребятами и договорились, что нужно как можно быстрее забить первый мяч, чтобы, может быть, команда Кипра не так спокойно и уверенно себя чувствовала, потому что они пытались разыгрывать этот ворот и контролировать мяч. Вот поэтому я думаю, что отчасти помог, плюс еще ключевой момент, наверное, спасение Матвея Сафонова. И ну, с начала второго тайма уже забили тоже два быстрых мяча, и игра более спокойно пошла. Почему не удалось все решить в первом тайме? Все-таки было тревожно, мне кажется, болельщикам. Были моменты еще, и там Андрей Мостовой выходил, там, в принципе, мог забивать. Поэтому реализуя свои моменты, я думаю, было бы немножко спокойнее. Ты сегодня сколько мог забить, помимо этих двух? Ну, мог еще, было несколько моментов. Вот, ну, очень рад, что дважды отличился, помог команде. Что сказал Карпин сразу после финального свистка в раздевалке? Поздравил, хорошие эмоции, после таких игр приятно и с воодушевлением готовиться к следующей игре. Такая победа крупная поможет в подготовке к Хорватии? Ну, в любом случае, она там была бы крупная, не крупная. Победа есть победа, 3 очка, и которые важны для турнирной ситуации нашей. Вот, поэтому, а положительные эмоции, они в любом случае более хорошо сказываются на подготовку, и восстановление быстрее идет. Вот, поэтому я думаю, что положительно скажется. Времени на восстановление не так уж много. Успеете? В принципе, и прошлые сборы аналогичные были ситуации, когда было 2 дня между играми, восстанавливались, поэтому я думаю, что да. Спасибо.